Вопрос времени. Депутаты законодательного собрания планируют перевести стрелки. Они считают, что вопрос перехода нашей области на другой часовой пояс давно назрел. К теме смены часового пояса власти и общественники возвращаются едва ли не каждый год. Наш регион, напомним, стал жить по московскому времени в 80-е годы. 7 лет назад в России отменили летнее и зимнее время. Перевод на час вперед, возможно, сделает жизнь кировчан несколько светлее, но может и вызвать неудобства из-за разницы с Москвой. Так переводить или нет, мы спросили сегодня у кировчан. Против, потому что ориентироваться по московскому времени намного проще. Потом переводить часы, непонятно во сколько подниматься, непонятно во сколько ложиться спать, это же неудобно. Уже привыкший к обыкновенному московскому времени, просто и со вкусом. Я когда был в Самаре, чуть не опоздал на поезд из-за этого, что там на час позже. Наверное, за, потому что световой день у нас будет больше. Я не буду приходить с работы, и у меня сразу будет темно на улице. Против, конечно. Мне кажется, не стоит вообще. Это просто, видимо, от нечего делать хотят сделать. За, чтобы работу не проспать. Поздно у нас светает, поэтому, конечно, хотелось бы подольше поспать. Тем более, когда ребенок идет в первый класс, то тоже хочется подольше поспать. Я считаю, что у нас время соответствует. Вот, допустим, сейчас сколько время? 5? Ну да, 5. 5 часов. И, соответственно, и ощущаешь себя как 5. В принципе, встаешь, еще темно на улице, это плохо. На работу идешь в темноте, от этого плохо как-то так. Думаешь, я еще не проснулся. Неудобно будет, да. По-московскому как-то привычно. Против. Да, мы против. Все уже привыкли, если в этом смысла нет, то зачем?